гремел погремушкой, набил купола. Видел его недавно. Ходит в какой-то розовой кофте и кричит, что он контролирует пламя. Эх, ёбнулся, молодежь. А в наши годы такого и знать не знали. Вспомните героев. Гагарина. Давайте все-таки дадим человеку шанс. И пусть песня про его жизнь разбудит у него приятные чувства. В эфире песня мистера Кредо «Вор». А где мой сыр, кстати? Я хочу сыр. Таксист, я очень расстроена, у меня пропала собачка. Ну а я что поделаю? Охуеть, что за нахуй? Я все еще надеюсь найти ее. Пожалуйста, окажите мне услугу и помогите найти мою бедную собачку. Опять человек охуел. А что происходит, объясните? Моя собачка. Она побежала вдоль дороги, за город. Вы слышали? Кажется, лает моя собачка, моя малышка. Вообще ничего не слышал. Прислушайтесь и поезжайте за ней. Скорее! Быстрее, быстрее, моя бедная маленькая собачка! Езжайте быстрее! Нет, она побежала на лесопилку. Так, блядь. Ну все, пиздец. Мы приехали. Да нет, просто двигатель за его. Я слышу ее, она где-то здесь. Только не вылазь, дура. Та сука, блядь. Я уже бегу, дорогая. Ой, бля. Что, сука, за дичь мой пошел? Пизда тебе, мясо.